Владельцы этого имени обладают высоким интеллектом, творческими способностями. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Гуманность, благородство, чувство справедливости, альтруизм, снисходительность, стремление быть полезным – вот их отличительные качества. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Как бы испытывая таких людей на прочность, судьба часто посылает им трудности в первой половине жизни. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.